Каждое лето в Даугавпилсе работают детские и юношеские лагеря, которые организует молодежный отдел Думы и организованные управлением спорта лагеря для воспитанников спортшкол. Несмотря на актуальные ограничения, они смогут пройти и в этом году. Первые смены начнутся в середине июня. Молодежный отдел на базе городских учебных учреждений организует 19 лагерей, у каждого из которых будет своя тема и продолжительность. Это будут дневные круглосуточные лагеря, которые за 3 месяца смогут посетить 880 ребят в возрасте от 6 до 14 лет. Июньские лагеря должны были начаться в начале месяца, однако сроки пришлось перенести, и первая смена начнется 14 июня. Меры предосторожности по сравнению с прошлым годом, когда лагеря также проходили в условиях пандемии, стали еще серьезнее. Помимо того, что в группе смогут находиться не более 20 ребят, помещения будут проходить постоянную усиленную дезинфекционную обработку и будет обеспечено строжайшее соблюдение всех санитарных норм. Участники летних лагерей должны будут носить маски и заранее сдавать экспресс-тесты слюны на COVID-19. Основное отличие в том, что детям, за исключением круглосуточных лагерей, нужно будет носить маски. В круглосуточных лагерях этого делать не надо будет, так же, как и ребятам до 7 лет в дневных. Тем же, кто ходит в дневной лагерь и достиг 7-летнего возраста, так же, как и всем педагогам и руководителям лагерей, нужно будет носить маску. Единственное исключение – время, проведенное вне помещений. На улице ребята будут играть в спортивные игры, танцевать, петь, и в это время можно обойтись без маски. Также надо будет делать тесты. Это будет проводиться на месте и совершенно бесплатно. Изначально тест надо будет сделать за 48 часов до начала лагеря, а потом повторять еженедельно. Мы сообщим дополнительную информацию о том, как это будет организовано. Как сообщает молодежный отдел, почти все путевки на июнь уже раскуплены. Но если вы не успели этого сделать, шанс еще есть. Если из-за переноса сроков или по каким-то другим причинам кто-то хочет отказаться от путевки и вернуть деньги, необходимо связаться с сотрудником молодежного отдела по телефону 654-22309 и не позже, чем за 3 дня до начала смены, написать заявление о возврате денег, доставив его в информационный отдел Думы по улице Кришьяна Вальдемара, 1, первый этаж. Более подробная информация о проведении лагерей в ближайшее время будет опубликована на домашней странице молодежного отдела и на официальном сайте самоуправления. Описанные правила организации и все меры предосторожности актуальны для спортивных лагерей, которые начнутся 15 июня. В дневных спортивных лагерях тренировки смогут проходить только вне помещений, без использования раздевалок. В круглосуточных лагерях спортивные занятия в помещениях разрешены в рамках одной группы до 20 человек. Информацию о проведении спортивных лагерей можно получить по телефону 654-57934. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.